Они подскажут, все работают честно. Я знаю, что он компанейский товарищ. Он говорит, пить так пить, гулять так гулять, свадьба так свадьба. Если уж смеяться, так от души. Поэтому все серьезно, предмет для президента. Значит, а, скажи, где это нашел? Ну, вот здесь, вот возле клуба. А, вот здесь, около клуба? Это лежало, валялось, или что, как это, или там, около клуба, там где-то? Нет, так скромненько возле уголка пристроил кто-то. Пристроил. То есть ты это взял и принес сюда? Не, взял на всякий случай, да, под мышку и сюда. Сюда. А жена увидела, что сказал? Одобрила. Одобрила. Когда друзья увидели, что сказали? Ну, друзья, как бы, дурак, что ли? Кому вообще посоветуешь эту штуковину? Не, ну я вообще всегда все ношу домой. Ну, на всякий случай, думаю, тоже возьму. На всякий случай пригодится. А кому бы ты посоветовал носить такую штуку? Ну, носить жениху, конечно.